Во, Марина идет как. Раз. Я за ней не успеваю даже. Это мы штукатурили музей, бывший лагерь. Хотел, как Володя, пятиться, не тут-то было. Ноги заплетаются. Там оставили 4 мешка с соломой. Оказалось, их немного тут идет, солома, да, на следующий год. Это вот вокруг ограды. Скотина заходила, сейчас не заходит. Столбы поставили дополнительные. Босиком. Марина босиком работала. Ребятишки это отдыхают. Вот Нестор работал. Посчитаем, сколько часов. Он до обеда не будет работать в какой-то день. Вот травушки-муравушки, след от тележки как остается. А Володя остался шланги закрыть выгоровой. Мы посчитали. Куда она? Поволокла к овечкам. Ты чё? С баранами решила? Там закрытый. Смотри, не зацепись. Надо открыть подальше. Подожди, открой. О, смотри, смотри, зацепишься. Ну все, поволокла. Я ж тебе говорил, ну что ты так, это шофер какого-то класса. Прикрой. Вот тут у нас склады совсем важен. Это все относится к музею теперь. Сказать им, как относилось к лагерю. А там Исааки коров гонит от пас. Вот. Теперь я бегу с ними. Подобал. Главный коренной был. Смотри, чтоб не дяпнул. Обойди маленько. Обойди. Чуть-чуть. Уходи, уходи. Он может укусить, еще раз говорю. Марина, нельзя чужую собаку гладить. Давай, вези. Иначе она зачем собака-то, если все гладят ее? Чего шарит? Ты же кусался. Ну ладно, ладно, ладно. Так, поворачивайте. Положите на землю. Все. Ну положи, ну куда же ты тащишь, миленькая? Послушания не очень много у тебя. Стой. Солнышко как раз заходит. Вот это.